В небольшой студии под светом настольных ламп создаются уникальные изделия. Под чутким руководством специалистов девушки проходят полный цикл пошива одежды. Курсы шитья в нашем городе появились не так давно. Руководитель школы Ирина Булычева рассказала, что вдохновило ее организовать такое обучение именно в Севастополе. 4 года назад мы с семьей переехали из Перми в Севастополь, и там я посещала различные курсы. И приехав сюда, каково было мое разочарование, что я не нашла тех курсов, которые бы хотела. И тогда у меня появилась мысль о том, что, ну, значит, их нужно организовать. И тем более в голове было четкое представление, какие они должны быть. Современное оборудование, инструменты, необходимые для работы с тканью, педагоги, которые на каждом этапе работы подсказывают дальнейшие шаги – все это помогает получить качественный результат. Также очень важна программа. То есть я хотела, чтобы была 100% практика, все было без воды. И программа курса рассчитана так, что мы идем от простого к сложному. И за 1-2 урок девочки шьют себе изделия. После этого просыпается интерес и уверенность в себе, что я могу, что это не так. Так сложно. И по итогу за 2 месяца обучения девочки шьют себе 6 вещей. То есть это целый базовый гардероб на выходе. Попробовать свои силы в работе со швейной машинкой и узнать, как создавать изделия, желающие могут на тематических мастер-классах. Эти современные курсы кройки и шитья оказались очень востребованными, ведь, приходя сюда, ученицы попадают в настоящую творческую мастерскую. Девушки поделились впечатлениями от обучения и показали, какую одежду уже сшили на курсах. Это подарок мне на день рождения. Начала ходить с начала января. Я пошла, чтобы сшить себе красивое платье, а в процессе пришло, что я могу сделать подарок любимому человеку. Это мужская рубаха с русским узором. Я всегда мечтала это сделать. И вот у него 12-го дня рождения, вот я закончила его как раз к этому времени. Ну, еще работы много, но сам факт, что его такая реализация мечты. Здесь чудесная педагог Натали, с ней не может не получаться. И в коллективе девочек впечатляешься, потому что каждая шьет что-то особенное. Ну, я шила раньше, потому что у меня мама шьет, но профессионально нет. И я уже пошила здесь спортивный костюм, вот юбку сейчас дошиваю и футболку. Вообще весь процесс мне нравится, я вхожу в такую особую медитацию, и меня так это расслабляет и вдохновляет. Я, ну, не знаю, получаю очень много эмоций. После окончания курсов для учениц проводят выпускной вечер, где вручают сертификат и проводят показ моделей. Девушки демонстрируют уникальные вещи базового гардероба, созданного своими руками. Научиться шить нетрудно, уверен организатор курсов. Если есть интерес и желание, то каждая девушка может превратить это хобби в камерное ателье. Дарья Юхновская, Денис Александрович, 7 Информбюро.